Просто улетаем, улетаем мы с тобой. Просто улетаем, улетаем мы. Шуметь, скорее всего. У нас достала меня уже стройка, у нас периодически отключают свет. Так что, кто переезжает в Турцию, будьте готовы к этому. Здесь проблемы со светом однозначно, ну, как минимум в Стамбуле. Итак, что хочу отметить. Это для, знаете, тех, кто планирует только переезжать, намотайте на ус, просто для людей к общей информации, расскажу, с чем я столкнулась, и просто хочу реально дать совет, который проверила на себе. ИКМЕД – это вид на жительство в Турции, документ, по которому ты здесь живешь, передвигаешься, все тому прочее. Это такой временный паспорт. О боже, капец, как шумит. Такой временный паспорт жителя здесь, да. Выяснилось, что ИКМЕД мой не изготовлен, даже его не отправляли в Анкару, потому что там нашлась ошибка, которую мне не сообщили, и вообще, короче, всем все пофигу там далеко. Но это не сама суть. Ошибку мы исправили, донесли там документ, в общем, дело не в этом. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто самостоятельно будет заниматься оформлением своих документов. Самостоятельно, смотрите, я говорю именно про Стамбул, девочки. И Банжи Шубиси, то есть отдел полиции по работе с иностранцами, по-русски это называется у нас УФМС, огромное здание в центре Стамбула возле Аксарая. Короче говоря, сейчас такое правило, я не знаю почему, буквально последние 2 недели его приняли, но на данный момент в здание пускают только иностранцев, граждан Турции не пускают. То есть если вы пойдете туда, девочки, вы самостоятельно должны там все выяснять. Я думаю, что для вас это не новость, кто здесь уже живет, и многие согласятся, что в подобных заведениях государственных, особенно что связано с видом на жительство, естественно, иностранцев здесь не любят. И есть такие, находятся, не все, но находятся такие сотрудники этого заведения, которые, скажем так, ну, сквозь рукава общаются, негативные, да, типа из разряда паспортистки, знаете, в Comedy Woman такое было, какая-то паспортистка, что-то, вот прикол был, вот это из этого разряда, Я принципиально общалась по-английски, не с моим каким-то там корявым знанием турецкого. Какая история? С по-английски с вами будут общаться через губу, когда у многих я это слышала, мне очень жалко было, рядом со мной отдел был по эмиграции, то есть по визам для студентов, мне студентов просто жалко, бедные дети, там мальчик вообще одного нервный срыв был, истерика, какого-то итальянца, мальчику лет 20, ну это вообще жесть. Короче говоря, суть такая, что вы будете говорить по-английски, она будет вам отвечать по-турецки. Как хочешь, так и понимай. Это из принципа. Это моя страна, я говорю на этом языке. И пофигу, что это УФМС, что это работа с иностранцами, и что там все, по сути, сотрудники говорят по-английски, там все оформляют визы, там только иностранцы. Вот так. Если вы будете стоять, мяться там что-то, там, ой, мне там то-то нужно, с вами будет соответствующее отношение. Так что будьте понапористее, будьте погрубее, не стесняйтесь. И когда я эту тему наныкала, передо мной просто был мужчина, была ситуация там определенная, скандальная, когда он начал прессовать сотрудника и добиваться правды, как это принято в его стране, мужчина был англичанин, девушка, сотрудница обалдела, и она действительно стала выполнять свою работу. Когда уже очередь дошла до меня, я, в принципе, поняла, что терять мне нечего, и вообще, собственно, я хочу к себе нормального человеческого отношения, а не сквозь пальцы. Короче, девочки, кто пойдет туда выяснять какие-то проблемы, оформлять документы и все прочее, ничего не боимся, говорим по-английски, более-менее что-то там поймете, давите до последнего, никогда не позволяйте себя обидеть. Если вы будете мямлить, стоять, молчать, они никогда уж проблему не решат, они никогда не будут выполнять свои прямые должностные обязанности, инструкции. Поэтому я вас всех предупреждаю, имейте в виду, всем желаю успехов, не столкнуться с подобными проблемами, все будет хорошо. To breathe me, let me be your air.
deep is your love? Прям базар, в окне ресторан. Якшмар. Вдалеке одинокая лодочка плывет. Прогулочный катер по Босфору. И там играет музыка. А здесь у нас мост. Обожаю это место, мое самое любимое. Это второй мост через Босфор. Мы сидим на европейской части. К сожалению, тут у меня... вон название этого кафе. Оба. Ну, это кафе-ресторан. Вид реально захватывает. К сожалению, на видео всех красок не видно, но это потрясающе. Тут в воде, но вы, к сожалению, не увидите. Вот, видите, немножко поблескивает тут вот. Это рыбы, здесь очень-очень много рыб плавает. Вон там, где вы видите, вдалеке прожектор мигает. Это ночной клуб Рейна, очень знаменитый в Стамбуле. Тут, конечно, одни туристы. Турецкий чай. Ну, такой, да, большой стакан, в принципе. Только из-за вот этого красивого вида здесь можно кушать, да, сидеть. Ну, как бы все сюда и приходите за видом. Тут футбол, кстати, показывают, трансляции всякие. Чизкейк очень некрасивый, но они сами его здесь готовят. Я уже здесь разрезала. Очень-очень вкусно. Это первый нормальный, достойный по вкусу чизкейк, который я пробую в Стамбуле, потому что здесь такой выпечка типа чизкейков. И тортов всяких, тирамису, честно говоря, не очень-очень мало. Действительно вкусных редко попадаются. Смотрите, какая огромная пицца. Ну просто вот мой палец, она огромная. Очень вкусно. Хочу вам немножко истории рассказать. Вот это второй мост имени Мехмеда Фатиха. Фатиха. Это второй мост. И дальше в той стороне будет находиться второй мост через Босфор. Между ними протяженность 5 километров. А Босфор чем интересен и важен? Тем, что это единственный путь, вот то, что вы видите перед собой на экране, это единственный путь для судов, морской выход в Европу для Украины и России. Глубина Босфора 120 метров. И, кстати, недавно мы ехали в центре города, абсолютно случайно, просто поворачиваю голову, и из Босфора, ну, как бы припаркованная стоит подводная лодка. Kalp öyle so.